Приветствую вас, друзья, на канале Uweba Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра, погнали! Так, друзья, у нас произошел абзац, и есть маленькие изменения. Короче, мы перезапустили игру полностью в связи с тем, что у нас, короче, оказывается, я которую карту выбрал первую, она, во-первых, она маленькая, во-вторых, там даже городов только мне не нашел никаких. Короче, я побегал там, не знаю, минут 30, наверное, в офлайне. И скажу так, что там вообще нихера не нашел. Вот, решил перезайти нормальную карту, и сразу нас нормально заспаунили в хорошем местечке. Так что, друзья, не обессудьте, но будем начинать. Ну, я тут уже все, уже main quest уже выполнил, все как полагается, все отлично. Это сломанное, да, это потом соберем. Все main quest выполнил, сейчас вот лазию, сейчас пошел к продавцу, сейчас поговорю с ним, продам все барахло, которое я нахватал. So, what are you buying today? Здравствуй, девушка. Я хочу продать ей вот это, потому что, ну, сейчас я явно не буду что с ним делать. Так что мне еще продать надо. Вот это надо продать. Все, берем, продаем. Это тоже продаем пока что. Ну, не хотелось бы, но у нас нету другого выбора. Нам надо разгребсти этот мусор, который у нас здесь есть вообще, по большому счету. Так что еще у нас здесь есть? Я хотел еще шлем продать. Ну, ладно, там недорого он, но все равно я его носить не буду, потому что слишком он шумный. Что еще можно продать? Вот лопату, короче, вот такую, блин, ну не знаю, или продавать ее, или лучше сломать ее. Продавать ее нет смысла, мы ее сломаем потом. Что еще можно такое ей втюрить? Нету больше ничего, да? Там. Вот я дробаш нашел, ну единственное, то, что не нашел гаечного ключа. Это печально, конечно, это очень печально. Медицину не будем продавать, это не будем еду продавать, потому что это будет у нас... Основные минусы по началу игры, да, так что, короче, там, идем сюда, тут есть вещи, которые можно продать, ну, не это, вернее, а где-то было, а, там это у нас было в этом плавильне, продадим их, потому что, ну, сейчас смысла мне от него нету, вот, ну, сталь, конечно, не буду продавать, а вот наконечники продадим, сейчас соберем все, что здесь есть, как это так, ладно, сланец уберем. Так, это мы, конечно, разобрать не можем. Так, ладно, пойдем сейчас это, потом залутаем там наверху. Стали-то, конечно, очень хорошо. 18 штучек, это довольно-таки неплохо. Так, можно так, хорошо, продадим мы тебе вот это. И продадим тебе вот это. Не густо, но нормально. Сойдет поначалу. Химию не надо, это все бетон надо, это все пригодится, это нам все пригодится, бутылки пригодятся. Я еще не знаю, где у нас вода есть, но найдем. Короче, 808-800 бабосиков у нас есть. Что у нас здесь есть? Нет, это мы, короче, не будем насчет ничего пока что. Так, подожди. Единственное, что я хотел бы... Нет, это нам не нужно. Если был бы гаечный ключ, потому что он очень редко выпадает. Ну и навряд ли мы тут его найдем. Или если даже он будет просто стоить бешеных денег. А, кстати, его даже и нету, да? Ну, ладно. Поехали. Поехали смотреть, что у нас здесь есть. Химлабораторию мы уже проверили, да? Там уже ничего, походу, не было. Да, я все собрал. А, тут ничего нету. Ну, пошли сейчас по этому зданию побегаем. Может, что тут полезненького найдем? Какую-нибудь книжечку? Или что-нибудь это? Ух ты. Здравствуйте. Станок рабочий. Замечательно. Бумага. Зомбарь уже ломится. Ломись, дурень, ничего не сделаешь. Так, хорошо, ладно, побежали. Может, что-то еще интересного найдем? Ну, навряд ли, я думаю. Тут всякие, блядь, станции. Как-то очень... Не густо. Тут еще третий, ну, это уже крыша. Да. Не густо. Короче, будем... Там большой доберман, блядь, гуляет. Это, блядь, не нравится мне. Так, хорошо, ладно. Дальше, что у нас дальше? Там еще один дяденька гуляет. Гуляй. Гуляйте. На меня не отвлекайтесь. Я тут так пробегом.
Блин, да, у нас, конечно, глима, что у нас стамины нету, нихуя нету, блин, очень-очень слабо. И сейчас уже будет еще ночь, уже скоро наступать. Надо какой-то, блядь, еще домик построить маленький. Или какой-нибудь заныкаться в какую-нибудь хижину. Блин, гильзы. Да, у нас эти стенки такие вообще, блядь, картонные. Так, а что это за здание? Это, наверное, скорее всего, водонапорная башня какая-то. Ладно. А подожди, это работало? Рабочая была вообще? Или нет? Или нет? Или не рабочая? Она сломанная. Так, хорошо, ладно. Нам надо как-то по-хорошему куда-нибудь сейчас заныкаться. Погнали в город. Блять, будем долго бежать. Нам вообще идеально найти ровную поверхность. Блять, мне казалось, что на меня тут уже, блин, бежит. Ровную поверхность недалеко от магаза и недалеко от города. И недалеко от воды желательно. Но с водой что-то, блять, походу тут напряжено как-то получается, да? Итак, дерева у нас здесь достаточно много. Даже где-то здесь можно было бы закантоваться пока что. Домик построить маленький, блин. Чтобы чисто разгрузиться, чтобы он нормально мог бегать. Ну, дайте нам подальше чуть. Тут вроде ровная поверхность. Ладно, пофиг. Поверим, сколько у нас время? 4:30, нормально. Даже здесь напротив можно было что-нибудь построить. Но не знаю, что мне нравятся горы. У меня должен быть обзор довольно-таки мощный, когда будет зомбарена. Она, скорее всего, это в дальнейшем. Не сейчас, конечно. А в Тихо, блядь, спокойно. Я-то тут пробегаю, я тут мимо пробегаю только. Вы не обращайте на меня внимания. Чтобы у меня был обзор максимальный. И потому что я не хочу перемещать базы потом. Куда-то переезжать в другое место. Мне как-то бы в одном местечке найти пиздата и все. Главное, плюс-минус. Где-нибудь обосноваться. Главное, чтобы, как говорил, недалеко от воды. А с водой, походу, тут напряг, да, у нас, блядь. Что-то здесь нигде не вижу воды. Вот здесь все сухое. Ну, вроде бы, блядь, должна быть здесь вода. Хоть маленькая лужайка, чтобы я мог, блин, воду набрать себе. Но, походу, тут такого, блядь, это не так все просто, на. Вот такой маленький пруд, дальте мне, блядь, друзья, ну, пожалуйста, да. Нихуя здесь нету. Ладно, побегаем, посмотрим. Ой, Миша, Миша, иди нахуй. Мне с тобой сейчас вообще вообще не по дороге, не по пути, блин. Вон там вообще супер ровная поверхность, да, блядь, воды нету. Там зомбарь. Блин, печально. Рано, друзья, побегаю, поищу, посмотрю что-нибудь. Надеюсь, не умру за это время. Но... Как только найду какую-нибудь подходящую местечко, сразу подключусь. Ни ухода не уедете. Короче, побегал, друзья, побегал и все-таки решил обосноваться где-то в этом районе, потому что, ну, здесь, блин, довольно-таки обширная территория, есть куда развиваться, и довольно-таки прямое все здесь, да, так все красивенько, все замечательно. Так, кстати, что начну так делать? Что мне надо сделать? Мне надо сделать одну вещицу, мне надо прорыть один блок внутрь. Блять, конечно, у нас нету места. Смысл это сейчас объясню. Так, значит, сделаем сохранение. Так, с кодом сейчас изготовить. Блять, и даже нету места, куда его кинуть, а? Так что можно... Блять, ну, давайте скушаем это. Могу я поставить его на землю? Блин, да, но его нежелательно. Ладно, пофиг, пока что поставим сюда его. Разгрузим. Так, подожди, мне что надо ставить? Это все можно убрать. Это убрать, это убрать. Кастрюлю убрать. Мне надо ставить по большому счету только... Потом это все мы, конечно, переделаем. О, это сюда надо забрать, кстати. Вот это надо забрать. Так, сейчас посмотрим, какая здесь сетка. Как она здесь идет. 112 блоков мне дал. Блять, тут межвизжонок бегает, блять, это плохо. Но мы сейчас налегке
Замечательно, блок идет по рип. Замечательно. Сделаем где-то 8 на 8, наверное, да? Или 7 на 7? Да, 7 на 7. Пока что. 2. Здесь у нас Миша не нападет, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Это шесть. Да, шесть. И куда пойдем, будем строиться в ту сторону, да? Отлично. Так, и сейчас сюда 6. Я думаю, что мы переночуем уже не здесь. Переночуем где-нибудь в этом здании, где-нибудь зачистим его и куда-нибудь заныкаемся туда. Потому что думаю, что я не успею здесь это все сделать. 3. Четыре. Блять. 6. Там зомбяр гуляет, сука. Копье у меня с собой? Нет, ну копье у меня с собой. Почему нет копья с собой? Блять, тут и тут Мишка, блин. Надеюсь, у меня не будет меня грызть на. А где копье? А вот оно. Да латунь, блядь, так. А, ёшки-матрёшки. У меня есть, главное, есть один. Я смогу потом его создать. Раз, два. Три. Четыре, пять. Шесть, семь. Что там он буянит, блядь? Что там бесится? Там у нас кукуруза есть, да, блядь? Это тоже неплохо. Блядь, это там зомбарь рядом. Короче, даже, друзья, как только закончу основу, я сразу подключусь, чтобы экономить время. Ну, вот такая вот конструкция у нас получилась пока что. Это намек, так накидочка. Потом вы поймете, почему нам нужно было прямое... ровная, прямая ровная поверхность. Во-первых, здесь очень хорошо, что здесь кладбище рядом. Мы сможем забрать лутик, патрончики, конечно, вы уже знаете, да, об этом. Тут не все не зря это все сделано. Я побегал, это более оптимальный вариант. Плюс там у нас, видите, кукуруза растет, возможно. Мы сможем там его посадить пока что на первых порах, пока мы будем развиваться. У меня один такой есть интересный план. Просто хочу использовать физику строение во благо себя. Плюс довольно-таки будет интересный моментик. Скажу, это я не придумал, я просто полазил по нету, нашел очень много видосиков по поводу этого, как сделать, что сделать, почему так лучше будет, почему так будет хуже или так далее и тому подобное. Довольно-таки хорошие вещички там показали. И давайте это реализуем здесь сами, как говорится. Сейчас быстренько построим двери. Даже, может быть, перекантуемся. Не, ну, даже кантоваться навряд ли будем у себя на базе. А, кстати, можно было бы вообще, конечно, прорыть туннель вниз и заниматься майнингом каким-нибудь, да? Но у нас, блядь, нету ничего толкового, чем можно добывать. Что-то ресы, да, там надо будет лутаться, искать, смотреть и добывать. Так, давайте сначала займемся домом. Более-менее облагоустроим его, чтобы более-менее уже понятно было. Это, ну, как скелета мы построили. Но остальное нам нужно еще достроить. Так что дверцы надо построить. Построить дор. Ой, блин. Дор.
прочная дверь. Нам надо штучки две изготовить. Так, сюда. Подожди. Одна. А где вторая? Отлично. Так, и сейчас укрепляем. Где мы его? Как-то вот я не подумал. Так уже темнеет, блин, вот это плохо. Я не успею, блин, застроить дом. Так, наружный тент мы поставим. Блин, зря. А кстати, о чем мы тут паримся? Нужно все снаружи сделать. Все чешет, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кулачом. Сначала фундамент укрепим, да? Блин. Ну, явно мы не успеем это здесь сделать, да? Ну, даже скоро, хоть как 10 часов контанется, мы пойдем, блин, спрячемся в хате какой-нибудь. К сожалению, мы не успеем. Ну ладно, ничего с ним. Короче, переживем, как говорится. Ночку перекантуемся за кордоном. Дальше от базы. Потому что можно было, конечно, блин, здесь дальше долбить, но, блин, шум будет привлекать зомбарей, и лучше этим не рисковать. Будем до последнего, конечно, работать, конечно. Странно, Митч на нас не нападает, или вообще даже еще нападает, не нападает, я даже не знаю, блин. У нас скиллы, как вы понимаете, тоже, да, не изучены еще, но это вот сейчас мы пойдем, пойдем там ночью перекантуемся где-нибудь, забаррикадируемся. Вот в этот дом там, который там выглядит слева от нас, да? Так, походу, скоро же доски закончатся, да? Так, все, каркас доски закончились. Нет досок здесь. Нет, у нас нет досок, да? Так, ладно. Короче. Надо найти нарубить дерево по-быстренькому. Сделать ящик и положить его на в базу, чтобы он на базе был. Так, тут будет нормально, я думаю, количество дерева. Не люблю его так, блядь, поздно лазить по этому всему, надо. Я уже должен быть в шахте, блин, спокойно рыть там что-нибудь. Ну, блядь, шахту сейчас молотком этим колопашить дойдет, топором колопустить, это все там дела, конечно, не ахти, это вообще как-то не очень. Давай, быстренько. Сейчас поставим ящичек. А у нас еще эти остались, да? Хорошо. Ящички сюда в угол сейчас поставлю. Потом это все переделаем, конечно, это вообще. Ага. Значит, мы еще сделаем, друзья. Даже мы сейчас надо поставить еще одну очень важную вещь. Спальный мешок. Вдруг я сдохну, блин. Не дай бог, конечно, блин. Ну, мало ли.
Где мешок спальный? Так. Просто его сейчас тут наглому сюда закинем пока что. Сюда поставим ящичек сразу, сейчас сделаем. Ящичек. Где там ящичек наш, блин? Давай. В темпе. Блин. Еду туда, все это, еду сюда. Так, денежки сюда, потрошь это все, подожди, все переложим сюда, пока что нам не нужно. Водиться надо нам пока что, это оставим, банки не нужно, это возьмем, это не надо. Ну-ка, это можно взять на всякий пожарный, так. У нас очень мало времени осталось. Это не могу я забрать, да? Блин, обломно. Ну, сломаем его. Что? Блин, в идеале, конечно, было бы, блин... сделать здесь шахту. Ну, блин, времени в обрез. Потому что мы начнем рыться. У нас лопата есть. Значит, друзья, давайте такие так сделаем, а? Пока у нас время есть. Все равно надо там... Потом это все равно надо будет делать по моей задумке. Почему ты не прыгаешь вниз? Серьезно, ты не будешь пускать? Очень странно. Ага, понял. Все, красава. Ой. Прям так упали. Блядь, нихуя не вижу. А где мой факел? Так, а я могу здесь вообще копать? Не, ну ты издеваешься. Ну ладно, еще успеем починить. Так что, друзья, как переживем ночь и вернемся, подключимся. Я буду здесь копать дальше, заниматься этими делами. Так что, друзья, никуда не уходите, мы скоро вернемся. Ну так, друзья, мы пережили ночь. Ну, сейчас будем заниматься улучшением базы. Блять, досок нет опять. Ну ладно, побежали. Тут вот я уже порылся чуть-чуть, да, там внизу. Пару на 4. На 4 кубика вглубь я ушел. Потом, короче, полутаемся здесь, конечно. Сейчас пойдем дерево срубим. Там еще, по идее, вообще воду найти, блять, было вообще... Это что такое? А, кушать. Мы хотим кушать. Сейчас нарубим дерево и пойдем. Кстати, я специально не делал сейчас ничего с перками, то бишь с навыками. Сейчас зайдем к базе, как чуть посветлеет, займемся, посмотрим, что можем, куда можем впихнуть. Ну, я надеюсь, я думаю, сначала будем заниматься инструментами, да, и добычей, а дальше уже потом посмотрим уже. Мишка, блин, буянил. Тут Мишка валил всех, нахуй, пока я отдыхал внизу. Да что отдыхал, копал. Мишка валил зомбарей здесь. Очень много зомбарей было. Не то, что очень много. Да, ну, по звуку было довольно-таки не маленькое количество. Короче, потом мы поднимем это уже повыше, конечно, на бетонный. Но это со временем, конечно. Даже не на бетонный, а на этот, там, глина. Что-то не глина, что-то от этого. Так, сейчас факела больше мы уже не можем делать, так как у нас нету ресов. Так, это можно сделать так. Это сюда.
Кажется, мы получили, да, еще один. Очень намного дается опыта за строительство, кстати говоря. Очень довольно-таки неплохо. Особенно, когда ты начинаешь все в бетон вкладывать, и вот там вообще бешеные цифры идут по опыту. Отлично. Ну, я думаю, что того, что мы наклопали, нам не хватит по-любому. Я оставил люк наверху, будет у нас люк на выход на крышу. Чтобы у нас был. Так. Это, короче, сейчас мы заклепаем вот эту. Сейчас застроим все доски и займемся талантами. Навыками, вернее, а не талантами. Хватит нам, да? Не, ну, навряд ли, думаю, не хватит нам на полностью на это все, чтобы перекрыть. Да, вот и все. Короче, насчет навыков. Смотрим, что мы можем. Кто у нас. Ух ты, блядь, 6 очков. Идем мы поначалу. Это что у нас? Это обязательно. В первую очередь идет так. Механик, ну это мы, не знаю, ему что надо, интеллект 2, можем добавить интеллекта, и чтобы у нас был велосипед, да? Да, велосипед. Потом мы идем, короче, по добыче, вот это берем, это вы нашли первую маленькую жилу, и все, величком видуете, собираете 20% больше руды, камней, блоков, поверхности, и еще, наверное... Это что у нас? Повышает уровень инструмента, которым будете добрые дробить. Короче, ага, здесь не получится, да, силу. Короче, мы сейчас можем уже делать более-менее продвинутые вот топоры, да. Вот, например, мы сейчас это берем, где-то вот это убираем. И строим. По идее же, должны мы строить второй уровень, да. И у нас не хватает чего? Не хватает травы и досок. Трава у нас есть, а вот досок у нас нету. Окей. Но это относится только к инструментам, да, это не относится к копьям и всех остальных вот таких вещам, это только инструменты. Кстати, надо будет высадить деревья, чтобы вот так далеко не бегать, блять, а вот я срубил. Вот дубина. Сейчас буду, блядь, дубить на... Ай, дурак. Ну, что поделать. Каменный топор. Да, он сейчас, видите, второй уровень уже. Отлично, так, берем его сюда. Потом, конечно, сейчас вот построим дом, пойдем полутаемся чуть-чуть, и тогда уже, я думаю, на этом серии будет уже так, уже довольно долго нам будет идти, блин, около часа, если даже не больше. Так, и ничего. Это когда ты начинаешь заниматься киноделами, это время просто улетает, нахуй, даже не замечаешь. Да, друзья, я играю чуть-чуть со временем, я поставил чуть-чуть подольше. Сейчас обычно идет 60 минут цикл суток, да, у меня сейчас поставлено чуть подольше. Поставлено... Так, видите, у нас сейчас, кстати, посадим сразу. У меня чуть побольше стоит, у меня стоит 90 минут, походу, или даже все 120, не помню точно. Кажется, 120 я поставил. Чисто пока вот, чтобы я вам показал это дело. Это можно все делать, это не, я считаю, это не чит, это просто, чтобы вам, друзья, показать по максимуму, что мы можем здесь сделать. Так, хорошо, дальше долбим. Может, с одной стороны, что плохо я здесь сделал, блин, выход прямо вот здесь, потому что сейчас туда я не смогу поставить. А почему я не смогу поставить? Я смогу поставить. Сейчас, подожди. Я же смогу поставить все равно. Так, это сюда иди. Так, ну, главное, сейчас посмотрите, как... Так. Так, отлично. И как у нас здесь вот, блин, ну мало места будет. Одна клетка для прохода. Может, можно без клетки обойтись? Подожди, посмотрим, можно лестницу поставить? Да, можем лестницу поставить, все отлично. То, что она идет у нас по центру, так же самое, как и центральная шахта, так сказать, да?
Дружище, нет, 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 сюда, 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 сюда. Ух ты, блин. Мы будем таким образом слазить. Ну вот это будет часто проблематично, конечно, попасть. Ладно, делаем по-другому. Раз ты не хочешь. Так, сделаем вот так. Все. Отлично. Сюда мы поставим люк. Где у нас люк? Люк, люк. Деревянную крышку пока что поставим. Изготовить, ну. Ну. Ах ты жопа. Не дает мне поставить его сюда, смотри. Ну ладно. Как скажешь. Думал, отыметь систему, получилось, что система отымела меня, блин. Ну ладно, черт с ним, что ж поделать. Можно было чуть побольше сделать, ну блин. Так, у нас открывается дверь в ту сторону, нам по-другому еще надо вот так. Отлично, так, посмотрим. Да, отлично. А сюда мы тогда сделаем выход. Как мы можем выход сделать сюда? Просто да переставим выход куда-нибудь туда. Окей, так и сделаем. Здесь сможем мы, подожди, сейчас. Я сейчас попытаюсь одну тему сделать. У меня получится. Так, например, я поставлю одну лестницу. По идее, должно работать. Ах ты жопа. Ах ты, блин. Да-да-да, работает, все нормально. Все можно, можно так читерить. Так, значит, сюда еще одну лестницу поставить. Так, еще одну лестницу сделаем, чтобы у нас без проблем могли вылазить оттуда, блин. Отлично. Подходим, прыгаем и забираемся наверх. Отлично, супер, замечательно. Так, люк. Так, так. В эту сторону. Отлично. Замечательно. Так, что с топором у нас? Топор здесь. Так, отлично, отлично. Это укрепляем. Ну и закрываем сейчас крышу. И считай, у нас домик уже есть, сохранность. Можно уже даже... Если вот вам трудно вообще, даже не хотите, например, опыта добрать, да, там валу, вам не обязательно, короче, воевать с самбаками. Ты просто уходишь в шахту. Потому что где-то если 4 блока ты залазишь в глубину, тебе зомбаки не трогают. Просто сидишь там тихо, как мышка. Можешь... Но если начнешь что-то долбать, тебя, короче, конечно, тебе не запалят сразу же, моментально тебя запалят. И скажут, что за хуйня, что происходит, почему там такая беспределочность творится. И они начнут ломать твой домик, чтобы к тебе добраться. А так, если ты там тихенько сидишь, ничего не делаешь, ты можешь даже первую волну свободно пережить, даже, блядь, зомби не напрягаясь. А если ты уйдешь вообще в глубину, например, там, блин, не знаю, на 20 блоков, ты можешь даже там долбить, блин, до посинения, и они просто... Потому что у них интеллект искусственный довольно-таки, ну, не то что... очень умный, но довольно-таки развитый. Они всегда ищут какие-то уязвимые блоки. Они, например, если будет там блок деревянный и блок укрепленного дерева, да, они всегда пойдут за укрепленным деревом. О, за простым деревом, не за укрепленным, да. Так, где тут мишка гуляет, блядь? Чтобы не нарваться, блин, грешным делом. Тут нормально, у меня охраняет территорию, всех пиздит. Вот, и... Они тогда тебя даже вообще не трогают. И они не понимают, потому что ты очень глубоко. Потому что, например, чтобы до тебя добраться, им надо, блин, кучу целую рыть, они не рыть, они просто гуляют, что-то себе вообще там на изи, да, и вообще даже не замечают тебя, где ты там находишься, там, кто там, блядь, где-то кто-то там шипит, блядь. А, ползучая тварь. А он там застрял, походу. Ну, это дерево, когда палит, это просто пиздец, мне кажется, что там сейчас нахуй все. А, покушать нам надо, покушать. Покушать, покушать, надо покушать. Так, крепить дерево надо. Дверь-то выше.
Металл нет у нас пока что. Не будем использовать металл. Так, надо покушать. У нас был кексик. Очень хорошая вещь. Так, вода у нас есть, кофе. Блин, вот то, что не знаю, то, что да, мне перечисляли то, что булыжники. Это у вас... Вот видите, что? Кто-то подло здесь лазит. Пацаны, здесь, блядь, ты чё? А где мой, блядь, этот? Ай-яй-яй-яй, копье не взял? А, взял копье. Да, копье, сука. Спи, отдыхай, тварь. Еще один зомбак где? А, ладно, пусть он гуляет, он меня не тревожит сейчас. Так, дальше, короче, да, забиваем блоки. В этой базе будет потом будет пару этажей. Следующие этажи будут они развиваться. Но когда будет волны идти, да, у нас будет совсем другая фишечка. Мы будем использовать преимущество физики в этой игры. То бишь, идея в том, чтобы мы выроем пол еще вот здесь, потому что объясню потом, как это все работает. Нам надо будет еще вырыть 1, 2, 3 слоя, три линии выроем. И потом мы выкопаем под домом. И база будет вроде бы как летать, но не летать. Потому что таков природа этого... этой физики, этой игры, то, что она... То бишь, например, ты такие... Вот ставишь, например, такие разные вот блоки, да, вот, например, вот четырёугольный блок, да, у нее сразу реализуется вся эта местность. Если, например, ставишь вот такой, да, и вот такой блок, например, эта часть, которая вот находится, вот, например, сейчас поставим, да, вот здесь, мы можем, вот, видишь, потому что мы не можем поставить наверх, мы можем прикрепить его здесь к сетности. А если мы еще поставим здесь, сюда одну штучку, и еще один такой склон напротив этого, получается, что он будет, то бишь, связан полностью. И вся конструкция будет держаться на наружных опорах. Ну, потом, это когда будет к делу приходить, я уже проверял это работает. Не будем его нерабочую технику вам показывать, да. И довольно-таки пока что это не пофиксили. Ну, не знаю, пофиксили, не пофиксили, но здесь смысл, я думаю, что если, чтобы фиксить это, надо полностью всю игру переделать, да. Это не так просто, как кажется. То вижу, не вижу смысла в этом. Так что думаю, что они этим делать не будут заниматься. Так, дальше, хорошо, что у нас здесь? Я хочу сделать дальше булыжники. Так, у нас есть булыжник, вот, мы изготовить максимум 95 у нас, ну да, камня не хватает. Что у нас по инструментам? Что по инструментам? Инструментам у нас железная кирка, мне надо очень много слитков. Так, что нам надо для печки? Кузня, нам надо глина, камень, кожа, лента, короткие трубы. Подожди, что у нас есть? Кожа у нас есть? Кожа у нас нет. Трубки у нас есть, трубки есть, изолента у нас есть. Изоленты у нас... Не вижу. Нету изоленты? А клея у нас тоже нету. Мать моя женщина, но все очень печально, как сказать, да? Клея нету, ничего нету. Ладно, построим сейчас костер. Нам надо костер построить все равно. Так, это мы сейчас посадим, чтобы далеко не бегать за дровами. Ой, за деревьями. У нас есть такая фича. Вот сюда поставим. Они вырастут со временем, конечно. Вот так. Если вы не знали, да, чтобы дерево, они ты сажаешь, они со временем вырастают, да? Так что, ну, такая маленькая. О, 7. Тут целых 7 сосен. Раз. Да, много места занимает, да, смотрю, да, вообще. По максимуму поближе влю, чтобы далеко не бегать. Так. Так, а все, посадили 7 деревьев. Хорошо, дальше. Так, нам нужно что? Нам нужен клей, нам нужен вообще, нам надо все, что возможно.
Так, здравствуй, ты еще до всего доползешь до меня, да? Отдыхай. Потом мы сюда вернемся. Может, посмотрим, может быть, тут жакет есть, а может быть, у нас есть патрошки, какие-то оружие. В грагбах почему-то... О, здравствуйте, блин. Давайте на раз-два умерем. Нормально там. Если вот, например, мы копнем сюда, да, вот так. Ну, типа так вам на будущее, чтобы знали. Тут бы появится гробик. Лутаем гроб. И в этом ничего. Хорошо, ладно, лутаем следующий. Очень часто здесь очень много патронов. И тут уже тоже патрон нету. Что за херня? И тут патрон нету. Это что так? Обычно тут, блядь, в каждой могиле по патроне. Ну ты не можешь... Нельзя, что... Ну вот, как я говорил, эти дробаш патроны. Вот сюда. Ой, блядь, что-то... Зачем? Вот зачем я сломал, блядь, камень, мог же поднять его. Латунь, свинец. Так, где здесь гроб? Блядь, стрёмно на. Тут дышит мне, блядь, прям в затылок, на, кажется. Да как-то, блин, мало, мало. Ой. Вот видите? Ой, здравствуйте. Да, друзья, копье это имба, конечно. Краски, блин, шманки, шмазки, блин. Мне очень хорошо, что мы получили лопату в самом начале. Очень она поможет вообще в развитии. Было бы еще, если бы достали бы кирку, вообще было бы идеально. Но это было вообще... Ну, видите, клей у нас есть. Нам нужны кости сейчас, клей и вода грязная. Ну, вот насчет воды я, блин, не знаю. Надо ее будет искать ее в дальнейшем. Так. О, видите, сколько потрошу, друзья, у нас. Потроши просто прям... Я не знаю насчет, когда после 28 дней они обновляются здесь или нет. Я не точно не знаю и не проверял. Ну, семена, нахуй, мне семена-то не нужны. Тут нету. Очень много гробов, очень много. Хорошо. Это неплохо, Почему ты в гроб прям пизданул, я не понимаю. Да, тут нет ничего. Так. Все мы гробы по... поискали. Ну, короче, Лара Крофт, блядь, расхитите на могил, нахуй. Вот, блядь, и мы такие. Пусто, пусто. Так, что здесь? Я выкопал, здесь выкопал. Ну вот, еще есть могилка. Ну, наверное, с второй стороны тоже, наверное, будет. Сейчас заодно сейчас залутаем циркушку. Вроде бы, по большому счету, мы что здесь сделали. Так, здесь будет? Ну, давай посмотрим. На всякий пожар, может быть. Появится гроб, ну навряд ли, я думаю. О, есть, смотри. Значит, он должен быть это здесь. Да. Так что, друзья, не всегда вам нужно быть, чтобы было это, как его, могила, то бишь надгробие. Она так и так является здесь. Так, пусто, пусто. Хорошо, ладно, и смотрим, что здесь. Так, сейчас это дерево срубим, которое здесь нам заслоняет свет. Так, это латунь, очень полезная вещь. Пусто. Ну, блин, бог рандома нам, короче, не жалует, не жалует. Как-то мало дает нам этих потрошек. Это разобрать. Я же хотел сейчас костер построить, блядь. Ну вот что-то увлекся одной делом и пошел заниматься другим делом. Надо как-то сначала с одним разобраться, потом уже другим заниматься. Ну да ладно. Хочется все и сразу, как говорится, да? Так, у нас сейчас посмотрим. Было бы еще супер, если могли бы какую-то пистоль найти, блин. Нахуй мы твои краски нужны вообще. Ну ладно, все равно возьмем. Пусть будут.
Кисточка, ну ладно. Закинем. Так, расхитительница магнил, блядь. То бишь, ну я рас... акустика, патроны для акустика, это вообще вещь. Они вообще дорогие, и, блин, крафтить их вообще нереально, блин. Лучше с ПП ходить. А для дробаша очень хорошо. Кстати, надо мы сейчас можем идти, бля, просто зарейдить, как его, циркушку. Что у нас с местом, блин, мало места. А если мы зайдем зарейдим циркушку, чтобы там нам было, у нас есть дробаш. Тридцать потрошу. Даже не буду, бля, хорихориться, сразу зайду, блин, просто раз... Как, знаешь, на широкую ногу забегу. Если тут еще было бы катакомбы, вообще было бы бомба. Но вроде тут катакомбы нету, да? Здорово, пацаны. Потрошу для дробаша, это хорошо, конечно. Тут шуршит, блин. В церкви, блядь, оружие. Шотган мессия, блин, нормально, нормально. О, вот это да. Красава. Вы перегружены? Как это так? Смотрите, блин. Ух ты, блядь. Сколько вас здесь, пацаны? Ой, блядь, промазал. Серьезно? Ты живучая тварь, а? Отлично. Хорошо. Ладно, лутаем мусор. Ууу, здрасте, блядь, откуда ты, блядь? Да, походу, тут катакомб нету, я так чувствую. А-а-а. Мне казалось, что это, блин, оружие. Давай, ломитесь в дверь. Так, ничего больше нету, да? А подожди, а чё так? Может, чё-то там есть? Ну, навряд ли, там катакомбы будут. Ах ты, жопочная. Ууу, здрасте, блядь. Да, здесь катакомб нету, так что можем отсюда сваливать. Это что у нас здесь? Так, тут и дрова. На, печально, конечно, печально, что здесь катакомб нету. Ну да ладно, черт с ним. Ой, тут смотри, сколько еще здесь у нас. Ебать, копать, сколько еще могил. Одни краски, блин. Давай сейчас пробегаем, посмотрим открытые могилы, которые, ну не открытые, а выкопанные уже. Потом вернемся сюда еще. И полутаемся. Так, эти там буянят. Сейчас машинку залутаем. У меня сейчас совсем другое дело, когда ты есть оружие у тебя в руках. Вообще другое дело. У меня сейчас вообще бы найти вообще идеальный гаечный ключ. И считай, что игра удалась. Здорово, пацаны. Ох ты, блядь, До свидания, блядь. Латунь, это хорошо. Здесь ничего. Так, ладно, что здесь? Сейчас пойдем зарейдим этот дом еще. Зарейдим. Проверим, блядь, довольно-таки большой. Сначала пойдем выгрузим наши вещички. То, что довольно-таки тяжело нам бежать сейчас. С 8 перегрузом. Ну это ничего, это нормально. Неплохо. И вот в чем-то в прикол этого всего размещения, то, что все очень близко. Нам, например, чтобы разгрузиться, нам далеко не бегать не надо. Иди сюда. У меня есть оружие. Блин, ну шумная пиздец. Короче, да ладно, погнали. Сейчас все скинем, то, что нам не нужно. А что у нас дверь открыта здесь, я не понял.
Ладно. Ладно, окей. Так, скинем то, что нам пока что не нужно. Это не нудно, не нудно, не нудно, не нудно, ничего не нудно. Так, разобрать. Сочка, так, денежки, это все туда. Это оставим, это оставим. Так, это что у нас? Туп, это нам оставим, пока что нам не нужно. А, кстати, нам надо костер построить. Вот я пытаюсь заняться одним делом, всплывает что-то другое. Надо костер построить. Так, отлично, отлично, отлично. Походу будет очень длинный видео, писец просто, ну ничего. Отлично, все, пошли. Дальше, 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 дальше. Так, 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 так. Что нам надо для костра? Блин, еще латунь разбирается, ладно. Очень много латуни, блин. 112 латуни с этого. Нет, это нет, не так, конечно, поймите меня правильно, это очень хорошо, это радует. Так, костер пока что поставим где-нибудь сюда. Нет, ну давайте сюда, поэкономим место. Вот. Что я хочу сделать сейчас? Я хочу сейчас улучшить, по крайней мере, основу. Булыжников у нас достаточно. Плюс еще, может, прокачаем какой-нибудь опыт. Да, скоро он сейчас будет опыт уже. Да, я знаю, друзья, что я нижний надо сначала проапгрейдить было. Но у нас должно, по идее, хватить на все. Потому что все равно потом превратится в бетон. Да, отлично. Видите, как у нас с опытом идет, да? 1300, да? Неплохо, неплохо, совсем неплохо. Так, отлично. Это можно тоже заделать сразу. Кирпич такой красивый. А сколько у него хпшки? 1500. Чувствуете, да, разницу между, блин, 250 и 1500. Так. Так, надеюсь, мне хватит на... Ну, блин, не знаю, может, не хватит. Не хватит. Посмотрим. Я думаю, что мне, скорее всего... Досок не хватит просто. На и булыжник не хватает. Ах ты жопа. А, подожди, булыжник, 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 булыжник. 14 вообще это ни о чем. Мне надо тысячи. Мне надо раз. Это идет на 10 на 1 уходит, да? Если не ошибаюсь. Так, это надо снести. Мешает. Так, сколько досок нам уходит? Ой, ты что делаешь? 10 штук, кажется, на одну идет, да? О, серьезно, ты, ё-моё! Это как так? Мне казалось, я на булыжник нажал, блядь. Оказалось, нажал на какую-то шнягу, блядь. Ой-ой-ой, вот облом. Поэтому, чё у меня ничего не хранится? Ну, не собирается. Да. Облом. Подожди, сколько уходит? Я так и, блядь, не засек. Ладно, проверим сейчас сюда. 10. Ну да, я говорил, 10 уходит на... блок. Так, углы сейчас заделаем. Это заапгрейдим.
Ах ты, паскудник. Ладно. Окей, друзья, короче. Я думаю, на этом мы сейчас за серию закончим, да, потому что так уже довольно далеко, долго у нас тут все происходит, довольно-таки продолжительное видео. В следующем видео мы будем уже улучшать базу, да, друзья, так что не уходите. Если есть какие-то советы, конечно, советуйте, рекомендуйте, подсказывайте, может, что-то не делаю неправильно, что-то не так, может быть, кто-то игрушка-то более-менее знает лучше механики, но я как говорил, то, что мы будем использовать ихнюю физику в наше благо. И надеюсь, вам понравится финальный продукт этого, этой базы. Короче, ну, закладка у нас уже есть. На следующем видео будем уже укреплять базу. Так что большое вам спасибо за ваше внимание, друзья. Спасибо за ваши лайкосики. Если вам понравилось видео, конечно, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение. А на сегодня мы заканчиваем, друзья. Всего вам доброго. Пока-пока.